Заслужаны аматарские коллективы Беларуси. Народный фотоклуб Гродно протягивает творческий сезон. Гэтым разом презентует дебютную выставу фотомастака Рамуальда Янчилика. Автор экспозиции, якая называется «Мой Гродно», показывает родный город с разных ракурсов и в разные периоды года. У него свой стиль. Многие заметили на открытии выставки, что его фотографии отдают каким-то теплом. Может, потому что он добавляет солнечный свет в свои снимки. И умеет находить кадр. Допустим, очень редко можно увидеть воздушный шар над нашим кафедральным собором на Советской площади. Или увидеть, каким был город во время последней зимы, когда полуметровые сугробы завалили все улицы. И причем сделано это не просто так, на память. Это художественная фотография, образная фотография. Фотография для Рамуальда Янчилика стала другим життем. У народном клубе Гродно мужчина с 2018 года. Любимый час для здымок – вечер и ночь, який означает автор, дорасць любимые и цікавыя фарбы. Главная тема работ – портрет, лес и городский пейзаж. Экспозиция «Мой Гродно», якая стала дебютной для Рамуальда Янчилика, показывая областный центр праз призму авторского погляду и тем самым призывая публику разделить любовь и захопление городом над Нёманом. Отметно, что 49-й фотосезон у клубе Гродно протягивается. Серед ближайших планов – экспозиция от московских мастаков. Уже у листопаде можно будет увидеть сдымки столицы России в умовах COVID-19 от удельников фотоклуба «Кадр».